Главный капитал публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» – не тысячи тонн нефти. Золотое достояние компании – это люди, их огромный потенциал. Главная сила предприятия, на котором помимо мужских профессий есть место и достижениям прекрасной половины человечества. О том, кто обеспечивает бесперебойную работу буровых бригад в процессе бурения, осуществляя контроль соблюдения качества глинистого раствора на скважине, расскажет Карина Алексанян. Шестилетнюю Ольгу Зайрулину родители привезли в Сургут из Елецка, что в Липецкой области. В школе ей больше всего нравилась химия, и уже к 13 годам она четко знала, что станет лаборанткой. Окончив училище в 1984 году, по кадровому запросу от предприятия ее взяли на работу в Сургутское управление буровых работ номер один Сургутнефтегаза. За 38 лет Ольга Станиславовна прошла трудовой путь от лаборанта-коллектора второго разряда лаборатории глинистых растворов до ведущего инженера службы буровых растворов. 36 лет я проработала на буровой непосредственно, в полевых условиях. Да, это нелегкий труд, но у нас на буровой есть все условия, чтобы работать. У нас оборудованный вагон, где у нас и спальная зона, и обеденная зона, оборудованная лаборатория. Вот. И есть сауна, столовая, так что там можно очень хорошо работать. За все эти годы у нашей героини ни разу не возникло желания поменять место работы. Благодаря преданности к своей профессии, к службе буровых растворов, она в совершенстве освоила тонкости технологических процессов. Последние 2 года я работаю только в лаборатории. Мой рабочий день начинается. Приезжаем на работу, открываю ее с бурения, беру сводку и по бригадам проверяю все. От и до. Обработку раствора, наличие химреагентов, расход химреагентов. Помимо контроля соблюдения качества глинистого раствора на скважине, Ольга Станиславовна контролирует расход химических реагентов, производит подбор рецептуры промывочной жидкости с учетом необходимых требований. Это не просто теория, это богатый практический опыт в области качественной подготовки буровых растворов. И этими бесценными знаниями Ольга Зайрулина делится с молодежью. С Ольгой Станиславовной я знакома с 2009 года. Я устроилась как молодой специалист и непосредственно в свое время стажировалась у нее. Благодаря Ольге Станиславовне, такие как я, мы выросли, потому что она передала свой непосредственный колоссальный опыт. Я на сегодняшний день благодаря ей стала начальником службы буровых растворов. Ольга Зайрулина в своей работе также придает большое значение соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности, качеству работы в буровых бригадах специалистов службы буровых растворов. Ольга Станиславовна ежедневно отрабатывает вместе с инженерами по бурению. Если есть замечания, то оперативно все эти замечания отрабатываются. Она, исходя из своего опыта, подсказывает им. Буровой раствор – это как кровь в человеке. Если она качественная, нет никаких вопросов, то и скважина будет построена качественно. Помимо благодарности и почетных грамот, Ольге Зайрулиной присвоено звание «Ветеран труда ПАО «Сургутнефтегаз». Ее труд отмечен не только на предприятии, но и в Министерстве энергетики Российской Федерации. А имя инженера службы буровых растворов Сургутского УБР-1 внесено в книгу почета управления. Такие люди и являются золотым достоянием Сургутнефтегаза. Карина Алексанян, Сергей Кондаков, Сургут Интерновости.